Друзья, всем привет! И вот видео о том, как мы колем дрова. Вот у нас вот такая вот небольшая кучка. Суть заключается в следующем. А вот две покрышки, предположительно от крузака. Они низкопрофильные. Внутри стоит спил. Даже не спил, пенек. Доходит он вот до сюда вот. Получается, эта покрышка, она не шатается. Внизу у нас резина. Суть в следующем. Покрышка удерживает такой вот пенек, который мы колем. При ударе о покрышку колун не отскакивает вверх, так как покрышка узкая. И она не амортизирует. На пеньке удобно ставить другой пенек, так как пенек ровный и удерживает верхнюю покрышку. Снизу резина амортизирует удар. Плюс бетон, если все это стоит на бетоне, бетон никак не коцается. Намного удобнее, так как пенек не разлетается, можно сразу грузить машину. Плюс не надо нагинаться вниз при ударе. Все это на уровне колен. Намного удобнее колонам работать, если на такой вот высоте все это находится. Благодарю за внимание. Всем пока.